Деловая игра проводится в Тамбове на протяжении 8 лет. В этом году соперниками стали 4 команды студентов 4 тамбовских вузов, где готовят юристов. ТГУ, ТГТУ, филиалы РАНХИКС и РОСНОУ. Организатором игры бессменно выступил Державинский университет при поддержке избирательной комиссии области, Ассоциации юристов и Тамбовский областной суд. Суть игры заключается в том, что ребятам будет предложено задание, связанное с конституционным правом. В этом году тема игры – это поправки в Конституцию, конституционная реформа 2020. Ребятам будет предложено узнать членов рабочей группы по подготовке к Конституции. Угадать инициаторов тех или иных поправок игроки должны были по их портретам и знаменитым цитатам. Также команды показали свои знания новых слов и понятий, которые появились в Конституции России в прошлом году. По итогу первое место заняла команда Державинского.